Севастополь, дадим слово? Конечно. Валерий Николаевич Юрин, генерал-лейтенант в отставке, сопредседатель регионального отделения в Севастополе. Пожалуйста. Владимир Владимирович, прежде всего, большое вам спасибо за то, что вы действительно сделали праздник для севастопольцев, Крыма и для всей России, возвратив Крым России. А особое большое спасибо от всего Черноморского флота, что вы выписали его из коммунальной квартиры и прописали в собственной. Это очень здорово. Я вам скажу, что севастопольцы приложат все силы для того, чтобы как можно быстрее интегрироваться и сделать все возможное, чтобы экономически развиться, чтобы не быть дотационными. Ну, так и будет. В Севастополе тоже хороший очень потенциал. Мы обсуждали это и с руководством Севастополя, и с руководством Крыма. Вчера только я с полпредом встречался, и с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. В ближайшее время с руководителем Севастополя, с Чалом повидаемся, поговорим по этим проблемам. Хороший очень потенциал. И я бы хотел присоединиться, знаете, к словам благодарности и крымчанам, и севастопольцам за ту позицию, которую они заняли. Более того, я хочу вам сказать, что решения-то мною были приняты окончательные после того, как стало ясно настроение людей. Мы ведь не готовились к такому развитию событий. И, откровенно говоря, можно было себе представить, что как люди настроены. Но мы этого достоверно не знали. И только после проведения первых социологических опросов, которые мы провели, прямо скажу, скрытно, но достаточно они были близки, эти цифры, к реалиям, стало ясно окончательно, что нами линия поведения выбрана правильно. На первый социологический опрос показывалось, что за присоединение к России около 80% населения выступает. А в Крыму в целом, а в Севастополе еще больше. Ну а на референдуме, когда уже процесс начал развиваться, ну так обычно всегда бывает, это число возросло еще почти до 97%, 93%. Это, конечно, такой удивительный показатель. Но это все это произошло благодаря вашей позиции. Спасибо. Ну что, давайте перейдем к фронтовой, скучной повестке. Давайте. Я к чему это сказал? К тому, что если бы мы не знали такую позицию, мы бы так не действовали, как действовали. Вот так последовательно, настойчиво. Против всех двойных, ну, да. Пожалуйста.